финишировал 8-й традиционный турнир по быстрым шахматам «Обелиск-2013», в котором борьбу за шахматными столами в Центральном городском шахматном клубе вели 15 спортсменов. Турнир быстротечен. На партию отведено от 15 до 60 минут. И проходил ли соревнования в 9 туров по швейцарской системе. Победу праздновал кандидат в мастера Виктор Андрейчук, набравший 8,5 очков. На втором месте мастер ФИДЕ Борис Рожин, 7,5. И на третьем ветеран севастопольских шахмат Владимир Именчук с 6 очками. В рамках турнира предусмотрен блиц-турнир. Время на каждую игру до 15 минут. А это также традиция в Центральном городском шахматном клубе. Большинство участников подняли свой национальный и международный рейтинг, а возглавил судейское жюри арбитр международной категории симферополец Владимир Ретинский. Владимир Милянский, Денис Александрович, программа «Наше время».